Доброго времени суток, с вами Ламед, и сегодняшнее видео будет посвящено серверу Desperado Play, точнее, на то, что какой он нуб РП, насколько это на 100% нуб РП, админы там раки, вот вы мне сами писали в комментариях, это из прошлого видео, которое было удалено. Итак, начнем сливать. Будет аккаунт, слив аккаунт ПДшника. Так, ее мы уже подали в розыск за нападение на ПДшника. Дальше будем всех подряд сажать и раздавать розыск этому пацану. А перед продолжением просмотра моего видеоролика хочу вам посоветовать качественный сервер Advera Roleplay. IP пока в разработке, также и сайт в разработке, но и создатели очень трудятся над созданием этого проекта. Обязательно заходите на него, как он откроется, я вам напишу. Я создам новый отдельный видеоролик, посвященный этой тематике. Продолжаем наш слив. Итак, этого тоже мы сейчас посадим. Будем просто одевать на наручники и сразу же сливать. Черт, куда ушел-то? Ладно, самое главное, выдали ему. Давайте у него лицензию отберем на водительские права. Так, 14 ID. Черт, мы далеко от него. Да блин, тупая система. Розыск можно выдавать, а брать у него лицензии надо стоять рядом. Тупость. О, все, так. Отобрали водительские права. Сейчас у него отберем на оружие. Так, блин, иди сюда, где ты? Сюда иди. Так, водительские права, так, у него лицензии на оружие тоже отбираем, ID 14. Так, готов уже. Че ей надо, сейчас я у нее тоже отберу лицензии, будет знать. Блин, я ехал, и она меня подрезала. Ну окей, подрезала, получила розыск. Так, за аварию дадим розыск. Все, ББ дальше. Так, здесь один поц. Я не знаю, что он делает, но давайте-ка мы ему тоже дадим розыск. Так, нападение на сотрудника, давайте-ка на... Да. За убийство тоже можно, но тут без разницы. Давайте-ка выдадим этому пацану за уход от полиции. Блин, у него уже 5 звезд, окей. Так, его тоже. Куф. Кстати, ребят, сейчас не будем его сажать, вести по РП, просто сольем. Чё за баг? Баг, блин. Сейчас нас тоже точно сольют. -1, 2. Блин, черт. И, кстати, ребят, я потом увидел, что этот босс не смог выдержать, он вышел из игры, и его на 20 минут посадило. Класс. Так, этот пацан, ну тоже, что он делает, блин, издевается. Полицейскими получает розыск, отлично. Уход от полиции. Так. Все, выдали ему тоже за уход от полиции. Валим, пока за нами не поехал. Черт, а, не, все нормально. Так, давайте-ка ему еще раз влепим одну звезду. Даже не одну, а несколько. Нападение на сотрудника ПД. Он тебе катается где-то, а мы ему выдаем розыск. Отлично. Это только может быть, кажется, на серверах. Я вообще за ПД не играю, только на серверах таких, как Нуба РП, как Деспер. Тут один пацан есть, 23 ID. У него, блин, 6 розыска. Хотел ему тоже выдать. Давайте будем его так просто сливать. Может, сейчас я мотоцикл так оставлю, чтобы можно было уехать быстро, если что. И, кстати, это сборка от Владислава Павлова. Ссылка на эту сборку тоже будет в описании. Мне эта сборка очень нравится, нормальная. Так, его не смогли убить. Ребят, слив удался. Особенно мне приятно то, что я смог позлить этих дебилов, администраторов этого проекта. Кроме Кирилла, он нормальный. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Не забывайте ставить лайки, так как я полчаса стоял, ждал, когда меня примут в эту дебильную организацию SWAT. Пока.